Без комментариев просто. Постараюсь заснять их номера. Смотрите, как они едут. Да, виной всему как бы автомобиль, который там стал типа сломанный. Ну вот, вот, смотрите, вот. Вот, и еще чудесным образом такси едет. По тротуару, по пешеходной зоне преодолевает несколько десятков метров. Вот. Посмотрим, непростой выбор ожидает вот эти автомобили. Как поступят они? Вот, не решается, не решается. Вот, вот малолитражечка тоже встает на аварийку. Вот такая вот дилемма. Вот законопослушный водитель у нас нарисовался. Вот такой молодец. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если будет... А, это девушка. Молодец какая. Она подошла узнать, что произошло. Но водитель паркетника сзади вообще не будет ждать. Вот, друзья, я постараюсь разглядеть его номера и продиктовать вам, если он сделает то, что он сделает. Да, да, он это сделает, и он погнал. Погнал по тротуару, погнал по тротуару. Ну вот он включил аварийку, но можно ли считать аварийку оправданием в таком случае? Не знаю, не знаю, друзья. Номер Т754МС790. Вот. Девушку не буду диктовать, а вот таксист Т754МС799. Вот. Вот. Трое нарушителей, вот, еще. Но просто, это знаете, как в рассказе Даниила Хармса про то, что бабушки падали из окна, а потом рассказчику надоело их считать. Вот, посмотрите, как чудесно один автомобиль способен парализовать движение на отдельно взятом участке в центре Москвы. Просто забавнейше. И посмотрим, как поступит вот этот белый внедорожник. Конечно, вот этот вот BMW сломался очень не кстати, неудачно, не вовремя. Но вот перед водителями дилемма жесткая. И да, 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 он решился, вот еще. Хьюстон, у нас нарушитель. Вот. Со значком инвалид. И беленькая машинка вторая за ним. Вот у нас парочка белых нарушителей. Не, ну по тротуару-то ездить, это, конечно, свинство, друзья. В общем, честно скажу, творится здесь черт знает что. Эти группы товарищей сгружаются, так, а там тот белый автомобиль, что? Не знаю, не знаю. Так, тоже преследуют его
вся тяжесть выбора, нарушить, не нарушить, мы вынуждены нарушить. И вот каждый раз, когда они решаются на нарушение, они прибавляют газку. Потому что, типа, вот я смелый, я могу. Так вот, кто всю плитку нам испоганил, а? Сергей Семенович, стал быть, старается плитку, а вы номер М163ВН799 ему мешаете. Слушайте, ну не буду я уже утомлять вас этим видео. Скажу лишь, что такие аномалии происходят здесь частично, частенько. Впрочем, ладно, в этом случае может быть у водителей форс-мажорное обстоятельство. Фиг его знает, не знаю. По тротуару ехать это, конечно, свинство. Ладно, всего вам хорошего, друзья. До свидания.